Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дань уважения. Более 500 анапчан приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 71-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Бал Победы. Концерт и салют стали ярким завершением праздничных мероприятий 9 мая. Анапа – безопасный город. Проверка антитеррористической защищенности проходит во всех здравницах курорта. Анапа встретила победный май. 9 мая свыше 8 тысяч жителей курорта приняли участие в шествии бессмертного полка. У каждого своя семейная история. Но все мы вместе гордимся своими предками, которые отстояли независимость страны. В честь 71-й годовщины Великой Победы в нашем городе воинской славы торжественным маршем прошли войска. В сквере боевой славы состоялся митинг. Русский, белорус, украинец, грузин, армянин, грек, таджик. В войне удалось выстоять и победить, потому что сражались все вместе, плечом к плечу. Одна из главных идей праздника. Иван Ищенко, летчик штурмовой авиации, воевал на всех фронтах. Как говорит сам, расписался в Берлине. Вспоминает, как ставили дымовую завесу перед штурмом голубой линии под Крымском. Лететь на низкой высоте по фронту, когда стреляют в тебя не то что со снарядов, а... Всем из пистолетов потом стреляют. Значит, стрелков не брать, чтобы потери меньше. Вернетесь вы не все. Ну и команду дали, кто желает, добровольно. Значит, три шага вперед. И строй весь вышел. По городским улицам чеканили шаг преподаватели и курсанты Института береговой охраны, солдаты и офицеры Анапского гарнизона, кадеты, казаки. Всего более 1000 человек. За ними в буквальном смысле шла людская память. Самый старший погиб в 42-м году. Могилу так и не нашли. Три дяди. Один погиб в финскую, известна дата смерти, но нет могилы. Другой в отечественную. Также покоится где-то в братском захоронении. Еще один прошел всю войну, но умер в рассвете лет. Сказались ранения. Алексей Будков переехал в Анапу из Москвы. Там участвовал в шествии бессмертного полка. На новом месте остается верен традиции. Вспоминаем, гордимся, помним. Есть, как говорится, кем гордиться. Воевали, не были трусами. Ярослав с портретом прадеда пришел впервые. В семье помнят о том, как он сражался. Гордость. Он же воевал за свободу там, против фашистов. Будем же помнить. Шествие бессмертного полка началось от русских ворот и продолжилось по центральной улице Ленина. В нем приняли участие свыше 8 тысяч человек. На четверть больше, чем в прошлом году. Двоякое чувство испытывает человек в этот день. И вот сейчас, пройдя по городу в торжественной колонии, мы с вами еще раз убедились, что это праздник действительно всенародный, что это праздник действительно желанный и, наверное, я не побоюсь этого слова, главный в нашей жизни. Трудно подобрать слова, слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, чтобы выразить те чувства, которые мы, более младшее поколение, испытываем к вашему подвигу. Слава героям! Вечная слава! Вечная память воинам нашим, шедшим сквозь пули, сквозь пламя.
Кульминация праздника со слезами на глазах. Цветы к мемориалу в сквере воинской славы. К табличке с родной или просто знакомой фамилией. Венки от губернатора Кубани, главы Анапы, депутатов законодательного собрания. Как отметил Сергей Сергеев, главное, что сегодня молодое поколение серьезно и с пониманием относится к событиям того времени. И пока в стране есть такое поколение, Россия будет жить и процветать. Мемориальная доска с портретом героя Советского Союза Ивана Голубца появилась на улице, которая носит его имя. Торжественное открытие прошло 8 мая. В этот день Ивану Карповичу исполнилось бы ровно 100 лет. Ценой своей жизни в марте 1942 года он спас товарищей. Старший краснофлотовец сбрасывал в море с воспламенившегося сторожевого катера глубинные бомбы, превозмогая боль и жар от пламени до той поры, пока не прозвучал роковой взрыв. Инициатором увековечить память героя стала Российская партия пенсионеров за справедливость. Улица в Анапе существует с 1965 года, но, к сожалению, не все жители Анапы, а тем более гости нашего города-курорта, знают о подвиге Ивана Голубца и что он совершил, какой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Поэтому будущему поколению, потомкам в назидание, скажем так, решили увековечить его память, его подвиг. Ни в одной цивилизованной стране без прошлого нету будущего, а мы, молодежь, это будущее. И мы чтим подвиги наших дедов и будем гордо нести их через время нашим потомкам, нашим внукам. Мемориальная доска расположена по адресу улица Ивана Голубца, дом 103. А в сквере Ивана Гудовича участников торжеств по случаю годовщины Победы ждал импровизированный привал, каша из солдатской кухни, а также площадки, где участником действия мог стать любой желающий. Оружие времен ушедшей войны, одежда, письма с фронта – все найдено поисковыми отрядами в местах сражений. Некоторые анапчане отмечают, что до сих пор находят детали амуниции в своих огородах. Что на немецкой форме сукно получше, зато наш пистолет-пулемет надежнее. У организаторов вырабатывался командирский голос – пострелять из пневматического оружия, очередь из мальчишек. Как рассказали в городском управлении по делам молодежи, главный акцент в этом году был сделан на интерактивность. Каждая из площадок подразумевала участие. Можно было спеть песню военных лет, фотографироваться в форме солдата Красной Армии. После этого можно было постоять около получаса в очереди к полевой кухне и отведать солдатской каши. Казаки вообще добросовестные, совестливые люди. Как положено по закладке. Тушенка говяжья, масло сливочное и гречневая каша. По словам подъясаула Старовойтова, секрет вкуса в следовании пословица о том, что кашу маслом не испортишь. На один бачок положено 1 килограмм масла, а тут не жалели и закладывали по 2 кило. Плюс строгое следование пропорциям, чтобы выходило примерно по полкило тушенки на килограмм гречки. Вкусная каша, очень вкусная. Уже второй год прихожу сюда, чтобы ее покушать. В итоге получился почти настоящий солдатский привал. О точном количестве тех, кто приобщился к тематическому отдыху в сквере имени Гудовича, говорить сложно. Вместе с тем, только одной каши было съедено порядка 1500 порций. Организаторы говорят о положительном опыте и намерены повторить мероприятие в следующем году, возможно, даже придумав что-нибудь новенькое. И в продолжение темы. Тысячи анапчан от мала до велика с зажженными свечами и лампадами прошли из сквера боевой славы в морской порт. Накануне Дня Победы в Анапе прошла общегородская патриотическая акция «Огонь памяти». Будущие офицеры, кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова возложили цветы к вечному огню, зажгли от его пламени факелы и открыли шествие. В нем также приняли участие глава города Сергей Сергеев, председатель Совета депутатов Леонид Кочетов, председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов, который отметил, что каждый год на это торжественное шествие приходят все больше молодых людей и пожелал им высоко нести честь города воинской славы и всегда помнить бессмертный подвиг советских воинов. В морском порту шествие встретили театрализованным действием о подвиге черноморской пехоты. После минуты молчания в море отправился почетный эскорт и возложил на воду венок и бескозырку. Бал Победы стал красочным завершением насыщенной программы мероприятий, посвященной 9 мая. На Театральной площади Анапы для жителей и гостей города-курорта прошел концерт, который завершился залпами салюта Победы. Семья Кромовых приехала в Анапу из Ростова-на-Дону на отдых. День Победы для них праздник особый. Их дедушка погиб в первые месяцы войны, а брат отца пропал без вести. Был летчиком и не вернулся с очередного боевого вылета. Все зависит от нас, ныне живущих. Если мы не будем передавать память о тех годах своим детям, внукам, то, конечно, память уйдет. А если мы постараемся
память останется. И я думаю, что в России делается очень много для того, чтобы на самом деле наши дети, внуки помнили об этих годах лихолетия и действительно передают память с поколения в поколение. В этот вечер на улицы города вышли те, кто не забывает и помнит подвиги героев тех лет. И по признанию Виолетты Слобожковой, лично для нее это уже давно стало замечательной традицией. Это очень хороший, добрый праздник. Мы всегда будем стараемся попасть на парад, на вечером вот на салют. Мы гордимся, конечно, своими дедами. Большую концертную программу анапчане приняли на ура. Творческие коллективы нашего города сменили артисты Государственного концертного ансамбля «Ивушка» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И под звуки знаменитой песни «День Победы» раздались первые выстрелы салюта. К Дню Победы была открыта после реконструкции Аллея Героев в Институте береговой охраны ФСБ России. Она была создана силами личного состава части по подготовке морских специалистов пограничных войск КГБ еще в 1973 году. Самодеятельные художники и скульпторы изготовили и установили бюсты пограничников, героев Советского Союза. С тех пор Аллея Героев стала одним из самых посещаемых мест учебного центра, а затем и Института береговой охраны ФСБ России. В прошлом году здесь начались реставрационные работы. Изменена форма постаментов, установлена стела с памятной надписью «Их подвигу жить в веках» и изображением Ордена Великой Отечественной войны и Золотой звезды, Героя Советского Союза. Заново изготовлены три бюста героев, облагорожена прилегающая территория. В торжественной церемонии открытия Аллеи Героев приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, органов безопасности, личный состав института, глава администрации Анапы и почетные гости. И к другим темам. Лучший отдых, безопасный. 148 ведущих санаториев Анапы прошли проверку антитеррористической защищенности. Паспорта безопасности еще 17 здравниц находятся на согласовании в правоохранительных органах. Глава города-курорта Сергей Сергеев на краевом совещании подчеркнул, формальные отношения в подготовке мероприятий санаторно-курортного комплекса недопустимо. Тем, кто экономит на защите своих отдыхающих, лучше вовсе не открываться в сезон. Система видеонаблюдения, тревожная сигнализация и лицензированная охрана – три основные составляющие для гарантии безопасного отдыха в любой здравнице. Глава Анапы требует вопросам антитеррористической защищенности неусыпное внимание. Недостатки выявлены в Вите и Бемлюке. Их устранение – единственный пропуск в сезон. Мы шутки не шутим, реально представляем, что наряду с обеспечением комфортного отдыха отдыхающих мы должны предоставить полную безопасность их нахождение на нашей территории. И если такие моменты мы выявляем, я как председатель антитеррористической комиссии, вообще-то и раньше такую линию поддерживал, и сейчас. Закрытие, то есть обращение с исковым заявлением в суд о закрытии предприятия, которое не обеспечивает безопасное пребывание гостей, с применением обеспечительных мер в виде закрытия предприятия до 90 суток, для устранения недостатков. И действительно, это действенная мера. Анапа – безопасный город. Таковым и должна оставаться. Система видеонаблюдения сегодня насчитывает 226 камер. Часть из них будет усовершенствована. Такую задачу сегодня поставил глава курорта. Новшество этого года – к уже имеющимся камерам на пляжах добавятся видеокамеры на спасательных постах. Их установят не менее 100. Спортивная молодежь Анапы в преддверии Дня Победы приняла участие в легкоатлетической эстафете по улицам города. Старт забега начинался от стелы воинской славы. Более 500 участников соревнований вышли на старт, чтобы своим забегом отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Ответные слова благодарности прозвучали в адрес организаторов мероприятия. Спасибо участникам, которые чтят победу советского народа в Великой Отечественной войне. Своими спортивными достижениями вы славите этот день, и это отрадно. И маршрут у вас проложен по памятным боевым местам города воинской славы Анапы. Команды спортсменов были разделены на несколько групп. Учащиеся школ, студенты вузов и среднепрофессиональных учебных заведений состязались каждый в своей категории. Все показали высокие результаты. Ну, есть прабабушка, прадедушка, они воевали, и мне сказали, что
будет эти соревнования, это эстафета, и я согласилась. По результатам соревнования лучшими были признаны 31-я и 6-я школы. Среди учреждений среднеспециального профессионального образования золото у Анапского индустриального техникума. Анапский филиал Российского государственного социального университета занял первое место среди университетов, а лучшими из сельских округов оказались представители Субсехского сельского округа. Яркими красками, солнечной погодой и звонкими песнями встретил гостей первый фестиваль «Атамань, встречая ворота отчиняя» нового туристического сезона в выставочном комплексе. Тысячи жителей и гостей Кубани приехали в станицу в этот день, чтобы окунуться в удивительную атмосферу Атамани. Открыли фестиваль творческие делегации всех муниципалитетов края. Продолжил мероприятие большой концерт с участием лучших творческих коллективов. Кипела жизнь и на обновленном анапском подворье хата винодела. В этом году для юных посетителей открылась детячая хата. Всего же 50 казачьих подворий с частушками, кубанскими песнями распахнули свои двери для посетителей. Зрелищным, ярким и незабываемым праздником встретит Анапа первый международный фестиваль «Гермеи». Именно такое название носили спортивные игры, которые проводились в античной Греции. Мероприятие обещает стать одним из самых знаковых культурно-спортивных событий этой весны. В археологическом музее 15 мая в 19 часов состоится зажжение гаргипийского огня у агонистического каталога 3 века до н.э., символизирующее преемственность спортивных традиций от античности до наших дней. Нам удалось узнать некоторые подробности этого уникального мероприятия. Покровитель древней Гаргипи, бог Гермес, он нельзя было называть те игры, которые проходили в древней Гаргипи, олимпийскими, потому что олимпийские игры только проходили в Афинах. И здесь их назвали гермейскими играми. И вот мы, найдя в 1979 году при раскопках, найдена стела, на которой высечены имена древних олимпиоников, так скажем, которые были победители в этих играх. Там было интересно сказано, длинный бег, там, то есть это мы понимаем, что это, видимо, марафонский бег, там, борьба было сказано. То есть и это все традиционно, потому что подчеркивает, что историческая древность, вот она у нас под ногами. 14 мая к нам с регионов России начнут приезжать спортсмены по греко-римской борьбе. Подтвердили уже около 10 команд. Это Ростовская область, Ставропольский край, Абхазия и ряд других городов и районов нашей России. Собираются приехать греки, спортсмены. Мероприятие фестиваля стартует 15 мая в 16:00 на набережной у парка отеля. Открытие состоится вечером этого же дня на Театральной площади в 20 часов. Также в программе фестиваля, помимо спортивных соревнований, выступления творческих коллективов и мастер-классы по греческому танцу и традиционной народной культуре. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.